Дело было 22 февраля. Утром мы поехали с напарником готовить дрова в лес. Неаккуратно свалили дерево. Я сзади стоял, не смог убежать, потому что снега было, лампу пояс. Какие-то ребра сломало, какие-то выдержали, позвонки мои сместились. До 25 лет я и учился, в армии послужил, поработал, женился, ребенка родил, жильем обзавелся. И вот из такой активной жизни, конечно, тяжело. Потом долгая реабилитация, попытки встать, не один, не два, 5 лет. Ну а потом, когда пришло понимание, что за самовосстановлением жизнь проходит мимо, уже просто начинаешь жить просто. Просто в таком вот качестве, принимать все как есть. Такое неправильное мнение в обществе, знаете, человек должен переживать, сдаться, опуститься, запить или в депрессию впасть. А почему? Почему сдаваться я должен? Таких людей не было. Я один сумасшедший выезжал там, в коляске катался. И я на ней стал путешествовать по поселку, по улицам, вокруг, в лес куда-то, на рыбалку даже. У нас активный был здесь мужчина, собирал инвалидов на колясках, и он нас как бы организовал для участия в Тверском марафоне. И я первый раз тогда увидел хендбайк, у него был самодельный. Он мне помог, дал старую раму, я ее переделал, сделал привод на переднее колесо, и сам уже, собрал. И получилось достаточно неплохо. Полную марафонскую дистанцию 42 километра я прошел, по-моему, 12 или 13 раз. Из них 8 чемпионских, то есть, первое место. Остальные я не помню, не могу сказать. Вот еще был и полумарафон 21 километр. Экипировка сказывается на результате. Хендбайк – это авиация. 1,2 мм, и уже нагрузка на одну руку больше, чем на другую. Там свои нюансы есть. Новый был бы это здорово. Это бы здорово облегчило бы мою жизнь в плане походов, соревнований. Хочу проехать по Карелии и Архангельской области, а местам малонаселенным, по северам. Хочется обратиться к неравнодушным, добрым людям, помочь мне приобрести хендбайк, который здорово улучшит качество моей жизни, поможет мне полноценно участвовать в соревнованиях, походах и не ограничивать мою свободу.